Здравствуйте, дорогие друзья. Недавно был такой случай. Мы зашли в магазин бытовой техники, где начинающие хотели выбирать фотоаппарат. К сожалению, продавщица начала рекламировать, предлагать модель хуже по качеству, чем можно было предложить. И благодаря нашим консультациям любителям, начинающим, мы предложили лучший фотоаппарат по цене и качеству, чем предложила продавщица. За это вам совет: при выборе фотоаппарата, объективов, брать профессионала желательно, чтобы он точно проконсультировал это, что, какая фототехника лучшая. Потому что когда они продают, у них есть план, какой фотоаппарат лучше продавать. Там Canon, Nikon, определенную марку, что хуже продается. И они предлагают эту технику, что хуже продается. Но они ее позиционируют как хорошую технику и стараются ее продать. Лучше фотолюбители идти профессионалам, который даст оценку, полную характеристику модели, плюсы, минусы, слабые стороны. Естественно, новичок это ничего не знает, а продавщица хочет парить залежалый товар начинающему фотолюбителю.